Привет, мои хорошие. Ну что, все, иду довольная, счастливая. Была, у нас здесь есть семейный доктор. Короче, вот сходила, сделала этого окулиста. Короче, окулиста и УЗИ сделали. Трамвайчики едут. Сейчас назад поеду на трамвайчике. Что-то так хочу на трамвай поехать. Только не знаю, на каком. Вот вопрос. Понимаешь? Вообще понять не могу. Куда мне идти? Ну, так-то маленько понимаю, где я. Но не знаю. Сейчас, короче, что-нибудь придумаю. И маршрутки ездят. Все есть, блин. Все ездит. Как уехать, не знаю. Короче, в собственном городе потерялась. Ну, значит, что значит, окулист сказала, что все у меня хорошо. Ребят, я зрячая. Понятно? Так. Значит, глазки мои нормальны. Единственная проблемка у меня — это УЗИ мне сделали. И доктор мужчина был. И вот он мне говорит: у тебя желчном камушек есть. Ну, средненький. Средненький, он сказал. Средненький. Значит, его можно уже удалять, в принципе. В принципе, можно удалять. Короче. Ну, вот так вот. Я говорю: что, все из-за веса? Он такой говорит: нет. Я говорю: а что? Ну, хоть бы один доктор сказал: худей. Он такой говорит: вот слушай меня внимательно. Встреча у нас с тобой ровно через год. Поняла? Я говорю: поняла. Я аж опешила, клянусь. Поняла. Он такой говорит: вот чтобы 20 килограмм в тебе не было. Здесь я ровно через год. В это же время. Я говорю: все, ладно, окей. Какие трамваи едут? Куда едут? Ничего не понимаю. Видишь? Вроде остановки везде здесь, а все есть, блин. Куда вот он? Я, по сути-то, я таких трамваев-то и номеров не знаю. Слушай, подожди, 21-й какой-то. Подожди, блядь, а 21-й, по-моему, я видела в своей стороне. Аль, может, не видела. Ну, вот так маленько вам город покажу еще. Вот у нас, видишь, вон скорая медицинская помощь. Вот там вот. Ну, она всю жизнь здесь, ребят. Она всю жизнь, короче. Ладно, я, короче, сейчас, знаешь что, я маленько вот так прогуляюсь, потому что прогуляться надо. Эй, тю, видели? Грязюка какая. Видели, нет? Вот машина еще сюда едет. Еще сейчас и обольет. Так что вот так вот я по какому-то скверу. А вон у нас там, смотрите. Так, а это, знаете, что это такое, ребят? Это у нас здесь... Ой, ну, короче, дети кружками занимаются. Блин, как он... Хотел сказать, театр оперы и балета, но неправда. Блин, по-другому как-то. Ну, короче, здесь, мои хорошие, здесь вот все для деток. Всевозможные секции, танцы, жманцы. Короче, все такое. Я так понимаю, что я двигаюсь по частному сектору. Здесь очень много своих домов. Ну, короче, я вам что хочу сказать. Расстроилась, конечно. Магнитка, трындец как. Сейчас маленько покажу вам свою любимую любовь свою. Ну, короче, одним словом, Света. Хотел сказать, куда едет, на меня, что ли? Нет, не хочет на меня ехать.
Так, вот я не пойму, мне сейчас вот туда надо пойти. Или, блин, вон туда. Сейчас, короче, куда-нибудь. Но я сейчас так понимаю, что я сейчас выйду здесь на Советскую, по-моему. Ребятки, на Советскую. А на Советской, по сути, по Советской я могу уехать. По сути. Короче, братва. Ой, прошу прощения, опять я вас по-свойски. Ну, вы уже должны привыкнуть ко мне, ребят. Блин, а вот здесь, смотри. Сейчас я вот так вот встану, и я вам кое-что покажу. Это наш храм. Ой, я не знаю, мои красавчики, увидите вы, нет? Вот так я его приближу. Вон он где. Видите? Очень красивый. Он очень красивый, ребят. Ну, трясется камера. Ну, короче, он очень красивый. Понятно? Так, ладно, мне надо что-то решить с собой, в какую сторону мне стартануть. Сейчас я что-нибудь придумаю. Идем сюда, короче. Сейчас пойду посмотрю, почитаю вообще, куда они едут. Сейчас дорогу перейду, ребят. И, короче, это, пошла. Ничего не пойму вообще, ничего не пойму. Еду, короче, по Советской. Да, вот это вот по Советской получается. Блин, у него просто вся, все окна занавешены этими рекламками. С другой стороны не показать. Ну вот с одной хотя бы. Есть.
хочу я тоже на экскурсии, я здесь тоже все. А вот смотрю, для меня все это тоже как в первый раз. Вот эти-то нет, эти дома я видела. Нет, там а то эти автомобили попадают, номера их с этой стороны. Вот, блин, вот здесь вот классные дома, видишь, такие. Вообще в «Газели» никого нету, 3 человека, водитель и мы вдвоем здесь с пассажиром. Вообще классно. Я думала, как на чем уехать. Вот, пожалуйста. Центр вот это, был гала-центр, был, ну, монетки не было, другое что-то было вместо нее. Конечно, очень много домов таких красивых настроек, больших. Вот этот вот дом, вот он, нет, вот сейчас будет вот этот вот кирпичный. Вот его не было. Видишь, там как наверху сделано? Наверху прям классно. Вот у кого квартиры там. Выход на такие террасы, да? Классно. Очень красивые есть дома. Но есть, ты знаешь, что? Вот просто к домам, к старым, подстроили еще дома. Видишь? Вон, видишь, он какой крутенько. Я всегда на него смотрела, когда ездила. Мне он очень нравится, этот дом. Я бы здесь с удовольствием квартиру бы приобрела вот наверху. Ой, вообще, у меня там терраса такая была. Представь, башенка какая-то сверху. Но это, в принципе, вот я вам показала сейчас. Это то, что я вообще редкий случай. Вот здесь бываю очень редко. Это прям
прям я не знаю, что нужно сделать, чтобы мне сюда поехать, вот в эту сторону. Так что... Мой толстый друг называется. Пиццерия. Семейный магазинчик. Вот тройка. Очень хороший. Ребята, я вам хочу сказать. Так. Вот этого вот уже ничего не было. Представь, это все они настроили. Здесь, а в этом районе вообще не было. Вообще. Ну, я имею в виду раньше. Вот я даже вон какие-то там, я не пойму. А, это Умка. Умка, вот, вот то вот, видели, круглая, да? Это здесь ледовая арена для малышей. Здесь я была. Да, у меня же подружка, царствие небесное. У нее сыновья хоккеисты. И мы возили маленького мальчика сюда, ее сына. А вот она, ребят, вот она, моя поликлиника. Вот я мимо нее проезжаю. Во вторник я сюда приду. Красивка. Красивонько. Ну все. Ну все, мои хорошие, сворачиваю уже в свою сторону. Уже вот полностью я поехала в свою сторону. Все. Вас прячу. Прячу вашу сумку к себе. У меня в сумке тепло будет, вам очень хорошо. Вы у меня всегда под крылышком, мои драгоценные. Зато в сумочке у меня еще и кошелечек там лежит. Будет хорошо. Тепло, уютненько, чистенько. Все, пока, мои хорошие. До связи. Ой, трясет что-то. Что, все, сумочку. Сумочку. Одна вещь. Вообще никого нет. Ну, тут в мою сторону не будет. Ну, все, сейчас приедем, кофеище попью. Ну, уже все, я подъехала. Ну, вот что значит. Маленько, чуть-чуть проехала, вот капельку. И уже потерялась. Уже в собственном районе. Где живу уже, черти кукуева, потерялась. Сейчас покажу. Господи, съемку такую делаю. Че к чему? Вот. Видишь, какие у нас высотки. Блин, масштаб этот. Че к чему вообще? Как я его задеваю? Лужечки? Хотите лужечки? Вот. Бассейн. Личный. Личный бассейн. Ну, уже все. Все равно все сохнет. Все сохнет. Вот сзади меня тоже, видишь, высотки. Высотки. Девочки, среди высоток живу. Танюша поняла, да? Кому говорю. Так что вот так, мои хорошие. Ну все, слава богу, сделала уже. Полпути прошли, можно сказать, полпути. Основное. Теперь надо будет... Так, в понедельник у меня невролог. Напомните мне. Я росомаха еще, да. Все забываю. Ну, у меня уже Никита поставил эту маячок. Спортсмен. Где? А, вон. Видишь, люди бегают. Вот вроде везде хожу по сухому. Везде. Где, как я камень мне опять попал, я не понимаю. В обувь. Камушки мелкие попадают. А на обратно ты где? В
обувь прям. Я вообще не понимаю, аж прям больно. А одеваю сейчас эти носочки капроновые. Блин, все рвутся. Жалко. Хоть они и со скидкой я там выхватываю, знаешь, по 19 рублей. Короче. Но все равно. Все равно мне жалко. Так, ну ладно, все, дошла. Как-то камера. Короче, перевертыш устроила. Сама себя перевернула. Вот такая вот я сегодня была. Модница. Ноготки видели? Блестят.